Всем доброго дня! Мы собираемся готовить вареники с грибами. Да. Вчера некоторые удивлялись, что за вареники с грибами. Так вот мы решили их приготовить и показать процесс. Да, это шампиньоны. Да, шампиньоны. Видно, чистят шампиньоны. Их тут так много. Пока я вожусь с тестом, она как раз, наверное, закончит. Я гуляю, только что ходила там. Жара, никому не советую идти гулять. Да, что-то вообще такая жара. Да, вчера. Ну, наверное, минут 15 походила и прибежала домой. Ну ладно, не отвлекаемся. Сейчас я буду делать тесто и покажу вам процесс. Ну, как всегда, у нас ничего не случается. Так, значит, на пельменное тесто нужно яйцо. Обычно одно яйцо, оно там большое или среднего размера. Ну, вот у меня что-то муж купил какие-то вообще мелкие. Второго сорта. Ну, он не умеет яйца выбирать. Берет, какие видит, и все. Вот, поэтому тут два. И сразу туда соль. Все взбиваем. Наливаем туда кружку воды. И потом добавляем муки. Добавляем, мешаем. Сначала мешаем ложкой или вилкой. А потом, когда чувствуется уже, что все, ложкой не промешать, все это дело вытряхиваем на доску или на стол. Я обычно просто стол мою и на столе все делаю. И дальше его гнем, пока не получится такая однородная масса. Такая хорошенькая, упругая. Вот, ну, покажу потом, когда сделаю. Вот. И оно должно полежать, постоять, как бы отдохнуть, прийти вот в эту нужную консистенцию. И тогда из него готовить, ну, не просто так можно, очень удобно, оно такое приятное на ощупь становится. Так, ну давайте буду я делать дальше и покажу результат. Так, вот это промежуточный результат. Вот в таком виде тесто еще абсолютно не готово. И надо его еще вымешивать. Что я и буду сейчас делать. Так, ну у Инны тоже уже дело идет. Вот она уже сколько начистила. Она тут и руками, и ножом, и всяко разное. Но дело идет. Так, ну вот примерно такое тесто должно быть. Мяконькое, однородное, упругое. Сейчас его надо сразу же в мешок, и чтобы оно постояло. Ой, ну делать его, ребята, очень трудно. У меня аж прямо руки трясутся теперь. Теперь обжариваем грибы с луком, и когда они пожарятся, нужно будет измельчить их вот до состояния, как на грибную икру, мелко-мелко совсем. И я, наверное, сейчас все-таки немного картошки сварю, тоже ее разверну в пюре и добавлю начинку, потому что у меня что-то совсем немного получается, вроде грибов-то много. Ну что, он сейчас вот ужарится и будет совсем мало. Получится буквально одна досочка у нас вареников. Вот. Ну и начинять-то потом удобнее будет, когда они с пюре, такая более вязкая консистенция получается. Так, ну вот до такого состояния их надо довести. Часть я размолола совсем мелко. Часть покрупнее оставила, чтобы вкуснее было. А на вкус сейчас попробуем. Ну, хоть бери ложку и ешь это все, это очень вкусно. Теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим.
Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, ты ночами обнимает, всех прижимает.